Я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, ну, наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к YouTube. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину молдаванка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. И как бы через 6 месяцев меня уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент.